Настроение, с которым малыш будет ходить в садик, во многом зависит от того, как работают воспитатели. Герой нашего следующего сюжета много лет трудится в системе дошкольного образования. Старший воспитатель детского сада номер 39 Татьяна Суслова в рубрике «Один из народа». Ее любят дети и уважают коллеги. Красивая, умная, добрая, а главное, настоящий педагог, воспитатель и грамотный руководитель. Так говорят о ней коллеги. Правда, сама Татьяна Алексеевна хвалить себя не привыкла. Ведь в любимую профессию она пришла не за признанием. Работа с детьми была мечтой ее детства. Общаться с детьми мне нравилось с самого, с юности, так скажем. Да? Находиться в детском коллективе, играть с детьми, общаться, чувствовать, что тебе доверяют самые сокровенные мечты и тайны, что с тобой советуются по какому-то вопросу, что ты становишься как бы предметом для подражания для детей, что они копируют твою мимику, жесты. И поэтому, когда стал вот передо мной этот вопрос, куда пойти, уже выбрать жизненный путь свой, то я, не задумываясь, пошла, значит, в педагогику, дошкольное образование. В сфере дошкольного образования Татьяна Алексеевна больше 25 лет, последние 13 из которых она является старшим воспитателем детского сада номер 39. Деятельность интересная, но весьма ответственная. Мои обязанности входят это уметь увидеть, что получается у педагога, что не получается, помочь, направить, обучить. Также спланировать деятельность каждого педагога на повышение своего самообразования, повышение компетентности, ну и также отвечает за весь воспитательно-образовательный процесс. Татьяна Алексеевна работает в тесном контакте с родителями воспитанников, проводит мастер-классы и практикумы, активно ведет методическую деятельность. Огромные силы направляет и на инновационную работу с коллективом детсада. Это необходимо в условиях модернизации системы дошкольного образования. Если у нас раньше были занятия, то сейчас у нас все обучение проводится в игровой форме. В течение всего дня пребывания ребенка в дошкольном учреждении. Вот. И поэтому не каждый педагог сразу способен перестроиться от проведения или занятия, да, или игры с целой группой детей. Легко находит общий язык и понимание Татьяна Алексеевна и со своими воспитанниками. Ежедневно с ними общается и ведет игровые занятия. И, чем вы тут интересно занимаетесь? За огромные заслуги в своей области Татьяна Суслова не раз была отмечена и награждена различными грамотами и благодарственными письмами. Татьяна Алексеевна – это грамотный современный педагог, знает все современные новинки педагогического образования, дошкольного образования, хорошо ориентируется в многообразии нынешнем новых дошкольных программ. Всегда коммуникабельная, деловая женщина, является хорошим другом, товарищем для всех сотрудников. Ну а в личной жизни заботливая мама, заботливая дочка, сестра, хорошая садовод. Татьяна Алексеевна – человек современный, креативно мыслящий. Она быстро вникает во все новое, умело пользуется компьютерной техникой, сама ведет сайт детского сада. Регулярно организовывает культурные походы детишек в краеведческий музей и библиотеку, что, несомненно, находит положительный отклик как со стороны ребят, так и их родителей.